На завтрак. Слышишь, искусно, просто косточку достали. Искусно. Сиди уже под Лиза. Папа. Антошке яичница. Он заказал яичницу. Мы все едим кашку. Но Гришка сказал, что у меня искусно все сделано, потому что у меня с жерделками, кашкой с медиком. Подлизался капитально. Молодец. У меня вчера начался супер экшен. Вчера бах, сломался принтер. Представляете? Перестал печатать. Ну, то есть я напечатала 18 пряников из 60, и он перестал печатать. Я вообще была в таком афиге. Причем сижу я здесь, спал на диване под кондиционером, я толком не могла ничего сделать, туда-сюда его гоняла, прочистила головку физически, то есть сама туда полезла шприцом, там промывочная жидкость давалась, ничего не заработала. Потом программно залезла в настройки, в сервис, прочистила там техническую прочистку головки. Ничего не помогло. Боже, у меня была такая паника. Я понимаю, что это все можно сделать кисточкой, но время, то есть цена пряника такая минимальная. То есть цена пряника — это время, на которое его, ну, на него потратили. Это не цена яиц, не цена там всего вот этого, да, продуктов. То есть это не просто пряники за килограмм, это пряники за штуку, и цена складывается из времени. И когда печать, времени минимально тратишь на пряник, и, соответственно, можно сделать цену минимальную. И если бы я сейчас забахала все это вручную, соответственно, это еще плюс ночь. Ну, не ночь, но там, да, часа 4. И отдавать их по такой цене не хотелось. Ну, как бы это же мой был косяк. Но сегодня, сейчас все заработало. Я прям вздохнула с облегчением. Сейчас еще один пряничек доделаю. И сегодня буду готовить обед. Вот эти инициалы. И еще один пряник. Он немного... испортился, неправильно его положила. Сейчас перезаливаю вверх. Мне пришел и тут ругается. Ну-ка расскажи, чего ты ругаешься-то? Они мне дали кутильку. Они обиделся. На кого ты обиделся? От Даши. И что теперь делать? Они мне дали кутильку. Не дали тебе крутилку? Да. А почему? Обиделся. Ну ты обиделся. А почему тебе не дали крутилку? Я знаю. Ты не знаешь? Ты мой хороший. Что у тебя, соплячки? Диносик, помой, хорошо? Что значит человек без настроения? Что тебя будут делать Гриша и Антоша? Они дома не будут ляки бесить. Говорит, будут меня бесить. Это что такое за слово вообще? Бесить? На буду. Это как это бесить? Вот так, да? Да? Разругался тут сегодня Афоня без настроения, да, сынок? Да, не, не, то отдают. Ты мне, а то отдают. Да? Достают тебе? Да, а то отдают. Чего? Даже и то отдают. Не понимаю. То отдают. Что дают? Нет, это отдают. Ничего не дают? Я не понимаю, что ты говоришь. Отдают. Все, чищу на супчик. Бульон уже готов. Так что сейчас будем варить суп. Так как у меня здесь бульон такой, знаете, из трех косточек совсем маленьких, поэтому я решила даже зажарочку сделать для супа. Морковка, лук и болгарский перчик. В последнее время нам почему-то в супе стал нравиться болгарский перчик. Поэтому... добавляю его. А тут Афонька раскашлялся чего-то, да? Можно вот так, Коль? Коль, да, так можно. Да. Будет больно, да? Ага. Вот я обиралась, берла колючка по мне. Да, уколола тебе, да? Да. Все, мы обедаем. У нас тут, боже, глянь, тут целая крутилка. Нас уже ставить некуда. Салат уже сделали со своими помидорами и огурцами. Вы будете салат? Фонька заснул. И я пока хочу убрать лекарства. Все.
целая полка, она сначала была у нас в комнате, но мы поняли, что когда кому-то что-то надо, то это вообще неудобно искать. У нас была сначала одна полочка, и все постепенно переместилось сюда. В общем, хочу сейчас пока хотя бы вот эту разобрать полку, потому что тут просто пипец, и мне кажется, тут больше половины нужно выбросить. Получается, что осталось только вот это вот. А вот этот весь пакет на выбрасывание. И то, ну, я везде посмотрела сроки годности. Кстати, еще вот здесь вот не посмотрела. Ага, до 2020-го. Это Зиртек от аллергии. Баночка для анализов без срока годности. Перекись тоже не выкидываю. Хотя у нее срок годности 7-го 2018. Ну, как бы пару дней, ну, я не знаю, портится она, нет. Это тоже хороший срок годности. Зеленка, даже не смотрю на срок годности. Хотя тут написано. Ну, как-то не знаю. Как-то зеленка для меня. Напишите, как вы вообще. Я срок годности, ну, у нее уже вышел в апреле, но я ее не выбрасываю. Здесь тоже нормальный срок годности. Мазь Вишневского, вот спасатель. Антохина, любимая мазь. Спасается ей только. Да и все. Здесь прополисовая мазь, которую мы покупали в Сочи. Мне кажется, что ее уже нужно выбросить. Да. До марта. Вот я ее выброшу, потому что ей нужно мазаться то в носу. Ну, я как бы уже не стала бы ей мазать в нос. Поэтому выбрасываем. И марля тоже без срока годности. В верхней части у нас таблетки, вот в этом вот комодике для лекарств, всякие там цитрамон, ножпа, фурацилин, нурофен, кетарол, тут всяких-всяких мателак. В общем, у всех попроверяла срок годности, потому что у нас оказалось с этим прям проблема. Вот, здесь ацетилсалициловой кислоты много, парацетамол, супрастин. Вот, здесь у нас таблеточки. Дальше сейчас буду все проверять. В втором ящичке у нас все, что мажется. Кстати, градусники сижу не нашел. Одежки Коли еще в доме. Не знаю. Ну, они как бы не разбитые, хорошие, поэтому они пока здесь. Ну, будем смотреть, у нас вообще есть вот такой вот. Потому что вот этот вот электронный мы покупали, когда Гришка был, только родился, поэтому его, я думаю, уже можно выбросить за 9 лет. Мне кажется, можно купить новый. Сейчас буду здесь все пересматривать. Тут тоже на выброс. Все мази наложила. 9.1.1 у нас бодяга. Это Гришки от синяков. Очень хорошо помогает. Прям стоит там что-то 89 рублей. Но очень классный дип от всяких растяжений, от всяких спина, когда болит. В общем, дип у нас тоже. Он, конечно, не самый бюджетный вот вариант, но самый клевый. Вот типа как вот этот Бигрей обезболивающий, но дип реально помогает. То есть нам, например, не помогает там всякие там, как они называются, забыла, которым тоже спину там мажут. Забыла, как называется. Ну, в общем, вот только дип из всех вот этих вот мазючек. Вот это Бигрей когда-то тоже покупали, детский крем, бальзам Вишневского, спасатель, Антохин любимый крем, абониацин тоже классная и... Дентинокс, это стоматологический гель, но я его оставила на всякий случай, потому что у него еще срок годности до 2019 года, поэтому не буду его выбрасывать. И 3 градусника, получается, у нас есть. Так, здесь у нас в нижнем ящике бинты. Вот нужно докупить хороший лейкопластырь, ножницы, чтобы отрезать бинтик, ватные палочки и вот это вот солипот, лейкопластырь от всяких натоптышей, знаете, вот на пяточках, которые бывают. Вот это вот такая лечебная часть темная. И потом просто обычный лейкопластырь, которым сверху приклеивать вот эту вот часть. В общем, мне нравится, потому что у меня на пятке что-то типа, знаете, как это, родинки, бородавки, не помню, как это называется, но, в общем, что-то такое, как будто оно туда внутрь прорастает и потом болит. Поэтому вот эта штука мне очень помогает. Я отрезаю прям буквально вот такую малюсенький кусочек лейкопластыря, приклеиваю на место, да, где у меня болит, и сверху наклеиваю вот этот вот побольше уже квадратик обычного лейкопластыря, и все супер, оно как будто вытягивает, размягчает, что ли. В общем, солипот называется.
Нужно как-то приучить себя убирать дома по одной полке. Вот сегодня это была вот эта полка. И, по-моему, стало круто. И целый пакетище всего ненужного. Представляете? Вот эту косметичку, кстати, я тоже сейчас положу. О, тут еще целый бинт есть. Круто. Это мы ее, по-моему, сейчас в Сочи. Или еще куда-то в поездку. И вот на горячие источники, когда мы ездили, я беру с собой небольшую аптечку. Хотя бы такое, бинты зеленки. Прям в Сочи мы даже разлилась зеленка по сумке. Ну, благо она была такая в пакетике, и все как-то так отдельно, поэтому вот. Так что нужно приучать себя в день по полке убирать. Сегодня вот это была полка, надеюсь, что завтра это будет вот эта полка. Ну, наверное, вместе с вот этой. Но не обещаю. Но это не точно, как говорит Гришка. В общем-то, сходила в душ, потому что у нас, несмотря на то, что тучки ходят, но ужасная жара. Вот, даже сейчас 40... А, нет, 31 показывает. В общем-то, похолодало, не ужасная жара. И сейчас будем делать яичницу. Папа просто жидкую, я с помидорами. Антоха не хочет. А у Гришки спроси, он будет яичницу? Нет, я думала, хочу. Ты будешь? Да. Какую-то сейчас перемешанную? Да, перемешанную. Антошка вот перемешанную любит. Завезу. Так, мы, в общем, выехали. А там, кстати, нету ничего такого, кроме пива в Пятерочке. Мы выехали маму везти гулять. Мама едет сама. Давай в Золотую поедем, там нету тоже глаз. Где мы тогда брали? Магните. Так, мы выехали, у нас тучи. Я, как всегда, опаздываю к 5. Ну, как бы, вот сейчас 5:22. Вот это тут перерыли у нас, да? А чтобы же это... Ну да, пыль не пылила, пыль, наверное. Не пылили. Ну да, то тут когда разгоняется такая пыль. Порка. Уже убрали. Там, ну, там, смотри, сейчас на той стороне? Да, работают. Да, конечно, что-то такие тучи зашли, да? Или ничего не будет? Что вообще по прогнозу? Просто небольшой дождь. Ну, там... Это комбайны. Комбайны там убирают пшеничку, да. Красносельский, да, тут солому тюкуют. Вон какие красивые бочонки. Рулоны, да, а, рулоны. А, сюда ж вот, пикник-клабу дорогу, тогда ж, да, не было дороги. Но это явно сам пикник-клаб, я да так нет, думаю. Ты что, ты знаешь, сколько... Нет, это все. Скорее всего, это... Ты с нами едешь? Вот, и где-то ж надо теперь меня высадить. А, вот он начинается, да? Ага, тут машин много. Ой! Короче, куча. Здесь, походу, новый бассейн. Так круто. Короче, все, я иду, тут какая-то новая беседка, аж возле речки, и заезд аж с другой стороны. Я не могу, я отрываюсь от... Короче, собирался дождь, но он закончился. Я в шоке, почему в Красносельске столько коров? Мама, мы сегодня будем что-нибудь у тети Веры смотреть? Ну, Кукареку! Аля, привет! Вот да это моя одноклассница. Вот это моя одноклассница. Похожа она на мою одноклассницу. Короче, прикольно тут, да? Очень. Клёво. Едьте в пикник-клаб. Да. Тут прям супер. Оля, собирайся. 395 рублей. А мы сейчас еще переезжать. Слушай, будем в другую беседку. Потому что тут свет один. Короче. Слушай, ну никто даже не расходится, да? Все сидят. Все сидят. Все уплачено. Да, все уплачено. Чем? Ваша гривня. Окей, Google. Есть пакет, да? Там белый какой-то был второй. Звук прикольный. Я к трактору. Ну, переезд, короче, отменился. Мы теперь просто кормим комаров. Блин, так прикольно. Приезжайте все в пикник-класс. Тут так классно. Столько комаров. Да, вот так, все хорошо. Да, и паучков сразу столько, да? Бассейн, свет, шум. Бассейн, который мы даже не видели. Я, ну, главное же, в Турции они привлекают, все включено, а в пикник-класс все выключено. Да. Все условия. Да, да. Я когда брал,
Мне, короче, сказали... Покажи свой рисунок. А ты ее документами? Нет. Ты рыба. Рыбу сейчас будем ловить. Это комар был. А все, комар улыбается. Это ей Ваньку чунака побачила. Я не думал выложить. Вот это рыба. Ты видала, какая рыба? Это чебурашка. Это чудо-рыба. Нет, это старый чебурашка. Чебурашка дорогая. Нет, а я помню, какой Андрюха все время был. Что-то уши. Все разбирают продукты. Мне помидоры и хлеб. Держи, барышня. Бери палочку. И теперь погоняй всех. Все, короче, на память. Останется. С сумками. Блин, а тут еще идти достаточно долго, да? Да, короче, свет включили к 11. Нет, смотри, если мы раньше вышли, вот как раз включили. Вот так и называется. Все, мы с пикник-клаба выехали и как раз дали свет. В общем, отдых удался. Все, я уже дома. Дети меня забирали с папой. Вы спали, детки? А. Мама, здесь еще была Даша. И Саша? Да, еще здесь везли ящики.